Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Притчева. В зале администрации района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники совещания обсудили меры по предупреждению паводков, ситуацию с пожарами. Ситуацию с паводками рассмотрели на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники обсудили меры по предупреждению паводков, положение дел с пожарами. В заседании, прошедшем под руководством главы района Заура Хамирзова, приняли участие представители МЧС, лесничества, начальники управления администрации района, главы сельских поселений. По первому вопросу повестки дня о подготовке к безаварийному пропуску весенне-летнего половодья, защите населения и территории от затопления в 2023 году доложил начальник отдела по делам ГУЧС Николай Зверев. По данным долгосрочного прогноза Адыгейского гидрометцентра, в 2023 году существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных высоким уровнем воды. Основным фактором, влияющим на величину максимального уровня подъема воды, является высота снежного покрова, запас воды в снеге, глубина промерзания почвы и атмосферные осадки, которые проходят на территории Республики Адыгея и Краснодарского края. В районе опасность могут представлять сильные продолжительные осадки в виде дождя, которые будут способствовать подъему уровня воды в реках Хоц, Фарс и Чехрак. Основной подъем уровня воды в реке Лаба осуществляется за счет таяния снега в горах. По состоянию на 17 марта 2023 года паводковая обстановка на территории Кашкарского района стабильная. Наблюдаются небольшие колебания уровня воды без достижения неблагоприятных отметок. Было отмечено, что в Кашкарском районе в соответствии с планом планируется проведение следующих превентивных мероприятий. Расчистка от ила, камней, корчей, водосточных каналов, очистка шлюзов, расчистка подмостовых территорий и так далее. О проводимых на своих территориях противопаводковых мероприятий доложили заместитель главы аула Ходз, а также главы Майского, Игнатьевского, Бличепсинского сельских поселений. Начальник Кашхабского пожарно-спасательного гарнизона Артур Меритуков проинформировал присутствующих об оперативной обстановке с пожарами за 2022 год и усилении пожарной безопасности в муниципальном образовании в текущем году. За 2022 год пожарные подразделения пожарно-спасательного гарнизона совершили 128 выездов, за 2021 год 67, что увеличилось на 61, на 106%. Учетных пожаров у нас за 2022 год 35, за 2021 24, на 46% увеличение. Ложных вызовов у нас 19, в 2022 году, в 2021 году у нас 10, увеличение на 48% и 4. Оказание помощи у нас в 2022 году 2, в 2021 10, уменьшение на 80%. Выездов ДТП у нас 11, на 21 у нас получается 21, что уменьшилось на 52,3%. Количество пострадавших у нас в том году 2, в 21 году 3. Погибших в 22 году 1 и в 21 году тоже 1. Привлечено к административной ответственности 20 граждан. Пожарная обстановка в муниципальном образовании с начала 23 года. За отчетный период пожарными подразделениями пожарно-спасательного гарнизона совершилось 30 выездов. В 2022 году 11, что у нас на 173% выездов на пожары увеличено. Учетных пожаров 6, в том году 6, ложных выездов 11, в том году 19, оказание помощи 2, выездов на ДТП 3,2, увеличение на 33%, количество пострадавших 0, погибших 1. Особое внимание глава района обратил на недопустимость сжигания стерни и сухой растительности на полях района, что непременно повлечет за собой административные штрафы. В ходе заседания также был рассмотрен вопрос участия школьников района во Всероссийском детско-юношеском общественном движении «Школа безопасности». 23 марта в районе прошел так называемый «Чистый четверг». В очередной раз бюджетниками района проведена колоссальная работа. Подробнее в нашем следующем материале.
Сегодня четверг, а значит, самое время наводить порядок. В районе продолжаются традиционные чистые четверги и субботники. С приходом весны эти мероприятия уже стали носить систематический характер. Сегодняшний объезд наша съемочная группа начала с майского сельского поселения. Увиденное радует. Поселок с каждым годом преображается. В центре возвышаются красивые здания нового дома культуры и врачебной амбулатории. Благоустроенная территория, обновленная аллея памяти. Наше внимание сразу привлекло проводимые рядом работы по строительству автодороги. По словам главы поселения Андрея Дацко, администрация и в этом году приняла участие в реализации госпрограмм и выиграла сразу два проекта. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» под программы «Качественные безопасные дороги» в начале марта началось строительство автодороги по улице Южно-Набережная. Эта дорога связывает центральную дорогу и вторую по значимости дорогу Виноградную. Данный проект стоит 51 миллион, и работы начаты уже в марте месяце. Аукцион прошел еще в декабре месяце, и компания, которая выиграла аукцион, уже в начале марта начали работы. Работают очень быстро, объем работ большой, дорога будет полностью асфальтовое покрытие с тротуарами с обоих сторон и с освещением. Протяженность данного участка составляет 1 километр 114 метров. Быстрыми темпами прокладывает дорогу бригада рабочих акционерного общества «Кашхабльский ДРСУ». Второй проект – это благоустройство придомовой территории по улице Заводская, 36 и 38. В настоящее время здесь ведутся работы по подготовке основания к укладке асфальта. Данная дворовая территория делается по программе «Комфортная городская среда». Мы запланировали благоустройство данной дворовой территории. Сумма здесь очень большая для двора – 8 миллионов 663 тысячи. Поэтому данный проект мы распланировали сделать на 2 года. Подрядчик, который делает данные работы с Мостовского района, очень хорошая организация, и мы планируем закончить данную дворовую территорию уже в этом году. К концу лета эта дворовая территория будет закончена полностью, несмотря на то, что мы ее запланировали на 2 года. 4 зоны отдыха, стоянка для автомобилей, детская игровая площадка, современное освещение – все это предусмотрено здесь по проекту. Здесь дворовая территория. Во время планировки мы проводили собрание граждан и приняли решение, выбрали проект, называется «Четыре крепости». То есть здесь вся зона двора будет разделена на 4 части в виде 4 башен. Это 4 зоны отдыха будет. Внутри будет 4 дорожки от дома к дому и между домами тротуары. А также вот здесь, вот, где мы сейчас стоим, здесь будет полностью площадка, стоянка для автомобилей с 2 сторон. Общая стоянка на 17 автомобилей. По всему двору будет освещение, 16 лавочек, урны. То есть будет благоустройство во всех отношениях. И освещение, и зоны отдыха, и детская площадка для детей. Реакция жителей на все происходящее однозначно. Я живу где-то с 68-го года, 70-х, в общем, годов я живу здесь. Вот. Поселок, конечно, был очень красивый и сейчас становится красивым. Мы очень, жители, рады. Мы принимаем всякое содействие, чтобы у нас двор получился красивый, уютный, чтобы нашим внукам, детям было здесь хорошо, привольно. Поэтому наши все пожелания выполняет и администрация, и ЖКХ. Спасибо Дацко, он молодец, это старается, слышит нас. Будет у вас место, где проводить время? Конечно, время будет прекрасное, мы уже мечтаем о этом времени. Мы просто очень довольны, что такой будет двор уютный, нам теперь, старикам особенно, очень хорошо, приятно будет выйти посидеть где, поговорить все, поэтому мы очень довольны, у нас все довольны. Навести порядок на центральных улицах поселка, прилегающих к торговым объектам территориях, вышли сотрудники администрации сельского поселения, детского сада и работники магазинов. Свои дворовые территории убирали и активные жители населенного пункта. Я живу в совхозе уже 40 с лишним лет. Вот вышла убирать участок, где я живу. Вот. Это центральная улица? Это центральная улица наша, да. Мы по центральной улице убираем. Все наши соседи убирают центральную улицу.
Хочу обратиться к жителям поселка Майская, чтобы они хорошо убирали наш совхоз. Мужская половина работников администрации Блещепсинского сельского поселения в этот день очищала лесополосы от упавших веток, поросли, а прекрасная половина занималась уборкой территории внутри аула. Плодотворно и дружно поработали в Кашхабльском сельском поселении. Здесь чистый четверг по традиции вылился в широкомасштабный, и вновь собрано немалое количество мусорных мешков. Добиться чистоты и уюта можно только в том случае, если вопросы благоустройства будут поддержаны всеми жителями, когда каждый внесет свой посильный вклад в благоустройство родного поселка и аула. В очередной раз хочется призвать население принять активное участие в проводимых чистых четвергах и субботниках. С целью снижения уровня аварийности и выявления водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, госавтоинспекция Кашхабльского района провела профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». По вине пьяного водителя, как правило, происходит дорожно-транспортное происшествие с наиболее трагическими последствиями. Именно поэтому вождение в пьяном виде считается одним из наиболее социально опасных деяний. С целью снижения уровня аварийности и выявления водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, госавтоинспекция Кашхабльского района провела профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». В ходе мероприятия осуществляется массовая проверка водителей на предмет состояния опьянения. Также с водителями проводятся профилактические беседы о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В ходе профилактической работы сотрудниками ГАИ проверено свыше 30 единиц транспортных средств. За время рейда автоинспекторы выявили 3 правонарушения, провели 15 бесед. Административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Торжественное открытие спортивного зала в ауле Игюрхай состоялось в конце 2022 года. Спортивный праздник запомнился многим жителям аула, особенно детям. В данный момент спортзал функционирует в полную силу. Спорт, как известно, является признанным лидером в рейтинге правильных привычек. Где он, там и укрепление здоровья, опыт, умение ставить перед собой цели и успешно их достигать. Немалый вклад в здоровый образ жизни подрастающего поколения вносит физкультурно-оздоровительные комплексы. Торжественное открытие спортивного зала в ауле Игюрхай состоялось в декабре 2022 года. Настоящий спортивный праздник запомнился многим жителям аула, особенно детям, занимающимся в спортивных секциях. Сейчас спортивный зал функционирует в полную силу. В спорткомплексе 2 этажа. На первом – основной спортивный зал, раздевалки, санузлы. На втором – тренажерный зал и зал для дзюдо. Занятия начинаются в основном после обеда. Как нам рассказал тренер Руслан Берзегов, здесь функционируют 3 секции – по волейболу, дзюдо и настольному теннису. Волейбол, дети у нас каждый день занимаются, по группам распределены в определенные дни. Дзюдо – то же самое, 2 группы, старшие и младшие. Ежедневно работает тренажерный зал, через день мужчины, через день женщины ходят. Настольный теннис. Местная молодежь увлекается настольным теннисом, по вторникам, по четвергам, по вечерам в данном зале еще проводим занятия по настольному теннису. Как 70 детей, если в общем взять мальчиков и девочек. Взрослых порядка 50 человек. 2 тренера у нас работают, тренер по дзюдо и я тренер по волейболу. Сам Руслан Бесланович является тренером по волейболу и уже не первый год преподает учащимся Игюрхайской школы азы этого командного вида спорта. Дети с огромным удовольствием приходят к нему на тренировки. С момента открытия спортивного зала уже успели провести 3 мероприятия по волейболу среди разных возрастных групп. В феврале провели мероприятие, посвященное 23 февраля. Девушек 2010 года и моложе. Помимо этого, несколько турниров товарищеского значения.
И совсем недавно провели турнир в памяти Пародии Абрамова, где приняли участие и именитые команды, как Майков, Горячий Ключ, Дубовская Станица и наша команда. Я выбрала этот спорт, потому что он мне очень нравится, и я не собираюсь уходить с этого спорта. И через день занимаемся, в понедельник у старших, и у них тоже через день, а во вторник у нас тренировки начинаются. И я вообще не пропускаю из-за болезни пропускаю, там, когда куда-то уезжаю, а так очень редко. Вечер в ФОКе, пожалуй, самый насыщенный период, потому что заканчивается рабочее время, и многие приходят сюда заниматься спортом уже после трудового дня. В то время как идут волейбольные баталии, не пустует и тренажерный зал. С момента открытия спортивного зала ни один день не простаивался. В общем, заполняемость, можно сказать, 100%. Детей, как видите, очень много. И в дальнейшем большие планы по развитию спорта в целом. Дети в восторге. Условия шикарные. Все необходимые для развития ресурсы имеем. После тренировки посетители могут привести себя в порядок в просторных душевых кабинах, которые находятся в женских и мужских раздевалках. Спорт словам не верит, только делам. Вот почему особого уважения заслуживают именно те любители спорта, которые не просто стремятся быть первыми, но и добиваются реальных высот. А это значит, что двери ФОК всегда остаются открытыми для больших и маленьких жителей аула. А теперь новости спорта. 18 марта в районном центре состоялся турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Хаджибея Дзгаштова. В минувшую субботу, 18 марта, на территории второй школы аула Кашихабль состоялся турнир, посвященный памяти нашего земляка, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Хаджибея Крымгиреевича Дзгаштова среди юношей и девушек 2006-2010 годов рождения. На мероприятии присутствовали работники Кашихабльской детско-юношеской спортивной школы, родные и близкие Хаджибея Крымгиреевича. Приветственное слово предоставляется мастеру спорта по тяжелой атлетике Хаконову Аскардию Махмудовичу. Уважаемые участники соревнований, хочу поздравить вас с днем, посвященным турниру Хаджибея. Пожелать вам здоровья, выступления хороших, достижений результатов. Второму гулявшему жизни он оставил большой след и тяжелый след. Его воспитанники много раз участвовали в краевых и республиканских, раньше областных соревнованиях, становились чемпионами. Воспитал новых мастеров, кандидатов. Сегодня честь его, который проводится турнир, ежегодно, каждый раз участники соревнования, которые принимают для соревнования, показывают хороший результат. Всем добрый путь. Сначала всем добрый. Слово предоставляется директору Кашихабльского ЮСШ Дохову Беслану Хасеневичу. Статусный, хороший уровень памяти Дзгаштова. Он внес огромный вклад в развитие этого вида спорта, за что ему большое спасибо. Сейчас хочу перейти на английский язык. Да, вот так вот начинал говорить. И как прямо, да, вот. Она подумала, нас уже упали на мой забав. Вот, слушал, сейчас все помять. Ну, я же ушел, я вот я же ушел. Хоть же мы перейти, будем спасать. А то я уже после этого хочу сказать слова благодарности тем, которые приняли денежное вознаграждение, спонсорскую помощь оказали Комитет физической культуры и спорта Кашихабльского района и администрация поселения Кашихабльского района. Всем удачи, без травм, профессиональной жизни.
В соревнованиях приняли участие 52 тяжелоатлета. Также побороться за награды турнира приехали спортсмены из города Майкоп и других районов республики. В упорной борьбе отличное мастерство показал воспитанник Кашихабльской детско-юношеской спортивной школы Батыр Ахметов, который завоевал второе место в весовой категории до 81 килограмма. Батыр набрал в сумме двоеборья 122 килограмма. В конце мероприятия победителей наградили председатель правления Федерации тяжелой атлетики Республики Адыгея Рашид Бельмехов, а также родные Хаджибея Дзыгаштова. Победителям были вручены грамоты, медали и денежные призы. В этот же день в Аулии Герухай прошел турнир по многофункциональному тренингу и армрестлингу. Организаторами мероприятия выступило Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. В минувшую субботу в спортивном комплексе Аулии Герухай прошел турнир по многофункциональному тренингу и армрестлингу. Организатором данного мероприятия выступило Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов. Лучшие атлеты соревновались в разных силовых дисциплинах, включающих в себя штангу, приседания, отжимания, подтягивания на турнике и другие упражнения. Борьба разгорелась нешуточная. Было видно, что подготовка к состязаниям была основательная. Никто из участников не желал уступать сопернику в силе и выносливости. Спортсмены боролись каждый в своей категории, правой и левой рукой в положении стоя с выбыванием после двух поражений. По окончанию тяжелых схваток были определены победители в каждой весовой категории в личном зачете по действующим правилам. В упорной борьбе отличное мастерство показал Азамат Джаримов из Аулаи Герухай, который завоевал второе место. Третье место взял Адам Жудов. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.